Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катя. Как у вас дела? Сегодня мы распечатываем Ипси. А вообще, конечно, это боксича. В нее входят 1, 2, 3, 4, 5, 6 полноразмерных продуктов, 3 из которых, между прочим, я имею право выбрать. Сейчас мы будем открывать и проверять. На самом деле, я теперь знаю всегда, что мне приходит в Ипси. Вот, поэтому распаковываем. И я уже надрезала, естественно, эту ленточку. И в этот раз, смотрите, мне кажется, в последнее время всегда приходит вот с таким вот буклетиком. Здесь внутри есть кое-какие цены, но далеко не все. Поэтому я вот уже вижу один из продуктов, который мне пришел, даже два, по-моему, и которые, на которых, подождите, да, цены есть. Поэтому давайте проверять. Во-первых, так, здесь у меня просто компьютер открыт. Вот этот продукт, который первый я вижу в коробочке, это набор из 4 или 5. 1, 2, сколько их здесь? 4. Набор из 4 кисточек от бренда Ace Beauty. Очень прикольный, вот такой оранжевый, совершенно потрясающе радостный цвет. Кисточек много не бывает. Кисточек много не бывает. Я ими каждый день пользуюсь. Так, давайте посмотрим, есть ли здесь... Вот, конечно, неудобно вот этим буклетом пользоваться. Я не вижу цену на кисточки. Ну, ладно. Не вижу. Неважно. В общем, давайте почувствуем, как они, что они из себя представляют. Очень красивый оранжевый цвет. Они все в индивидуально упакованы, но это мы сейчас избавимся от этого. Так. Все, что нужно для создания образа. Так, вот это какая-то, конечно. Смотрите, друзья, вот это вообще смешная, она какая-то неровно отрезанная. Смотрите, что там произошло на производстве, но она немножечко, может, она просто помятая, наверное. Наверное, она просто помялась. Чаще всего я, конечно, использую вот эти кисточки в качестве растушевки основной тени, которую я в складку век делаю, да. Так, вот эти две мелкие я бы использовала на нижней линии, а вот эту, чтобы затемнять уголок глаза. По ощущениям очень приятные, очень мягкие, хорошие кисточки. Вот, это супер. Это у нас продукт номер один, который я выбрала сама. Дальше у нас идет от бренда Biro New York. Хочу вам порекомендовать эту фирму. Все, что я от них пробовала, когда-либо тестировала, мне очень-очень нравится. Biro. Это у нас конкретно, это они мне выбрали. Сыворотка с кислотами, 30 мл здесь. Давайте глянем, как она выглядит. На самом деле Biro хороший бренд, сделан в Корее. Уже прекрасно. И он стоит дорого, и им пользуются даже всякие звезды, знаменитости. Потрясающе выглядит, вот на самом деле, да, какой красивый зеленый цвет, очень хороший. И здесь вот такая вот пипеточка, с помощью которой мы будем продукт очень жидкий, между прочим, очень жидкий. А как интересно его использовать? Значит, встряхнуть написано. Face and neck. Ага, ну, то есть вечером и утром можно. Прекрасно, прекрасно. Опять же, повторюсь, все, что пробовала от бренда Biro, мне очень нравилось. Так, вот здесь есть цена 86 американских долларов. Я вам сказала сразу, что это дорогой бренд. 86, прекрасно. Так, идем дальше. Дальше у нас от бренда Volition. Это я уже тоже выбрала. Этот бренд продается у нас здесь на Sephora. И это маска с шоколадом и макадамией. Звучит так, чтобы ее скушать. 60 мл с гиалуроновой кислотой. Так, смотрим, где сделана маска. Сделана она в Америке. Как ее использовать? На 15-20 минут оставляете и потом смываете. Прекрасно. Вот. Класс. Что-то еще скажешь? Я думаю, что она, конечно, полностью запечатана. Да. Вот, так что вот, с удовольствием будем использовать и дадим вам знать в пустых баночках, как всегда. Volition Beauty. Есть у нас здесь, интересно, цена
Так, ищем, ищем. Нет, цену я не вижу. Но, опять же, Volition Beauty не дешевая фирма. Так, идем дальше. Еще один уходовый продукт. Этот они выбрали уже мне. Вот здесь есть цена 74 американских доллара от бренда Herbivore. Тоже у нас здесь, по-моему, насколько я знаю, продается на Sephora. И это масло для лица. На самом деле я уже много чего от этого бренда пробовала. У меня сейчас крем для глаз с ретинолом от них. И у них, как правило, очень хорошие ингредиенты. Вау! Какой красивый цвет, как глубокое синее море, да? Смотрите, какая, не знаю, видно вам, но просто потрясающе. Слушайте, большой размер как будто бы. Сколько здесь миллилитров? Это кажется, наверное, так. Ну, хотя да, 50 миллилитров. Я маслечко использую вечером, на ночь, так скажем. И этот со сквалланом. Да, значит, подождите. А, ну все правильно, да. 2-4 капли, отлично, сделано в Америке, опять же, очень хорошая фирма, друзья, очень хорошая. Вот такие вот нам потрясающие продукты приходят в боксе в Ipsy, я впечатлена. На самом деле, за вот Beauty Boost, это называется продукт, вы немножко доплачиваете, но всегда приходят очень крутые продукты, поэтому это всегда того стоит. Вы заплатите гораздо больше в магазине за эти же продукты, на той же Sephora, например, поэтому... Ipsy и вот эти всякие бьюти-боксы, на самом деле, очень хорошая выгода, как правило. Так, дальше. Следующий продукт тоже уходовая косметика, потому что я кастомизировала так свою коробку, чтобы мне приходило как минимум, вернее, минимум мейкапа и больше уходовой продукции, потому что мейкап менее быстро расходуется, и как бы я не успеваю через него проходить. А уходовая косметика я пользуюсь каждый день по несколько раз, поэтому через нее я прохожу гораздо быстрее, и это меня всегда радует. Это еще одна фирма, которая очень похожа на Herbivore, только это называется Earth Harbor. И это у нас 30 мл, это, по-моему, это я выбрала сама, Калипсо с витамином С. Это такой эликсир, тоже с пипеткой, вот раз с пипеткой. Вау, какая красота! Смотрите, какой красивый цвет, такой радостный, солнечный, как будто солнечный день, да? Давайте быстренько глянем, как его использовать. Это сыворотка или это увлажняющая? Так. Да, это сыворотка. Отлично. Сыворотка. Все, супер. Сыворотку я использую два раза в день. И через сыворотки я прохожу довольно быстро. Отлично. Такая... Сейчас посмотрим быстренько, есть ли. Earth Harbor. Не вижу. Не вижу, сколько стоит, но я думаю, что не дешево. Итак, раз, два, три, четыре. Четыре продукта ухода в косметике. Набор из кисточек и... Наконец-то мейкап от любименькой моей Офры, и это палетка для лица, называется она Bienvenidos a Miami, это называется добро пожаловать в Майами, значит, вернее, по-испански, и очень симпатичная упаковка. Смотрите, друзья, это палетка для лица, здесь есть все, здесь есть румяна, кстати, вот здесь у них упаковка, вот это вот написано на ней, значит, вот это вот хайлайтер в цвете Magic City, это хайлайтер в цвете Ocean Drive, у меня сейчас этот хайлайтер Ocean Drive в большом варианте, я его использую, полноразмерную упаковку, почти закончился уже, потрясающий хайлайтер. Дальше, румяна Vice, очень трендовый цвет, вот такой вот розовый, Barbie Pink, да. Дальше, это тоже румяна в цвете 305, и, значит, это бронзер в цвете кофесита, и далее тоже бронзер, это прям такой темненький. В общем, Офра славится своими продуктами декоративной косметикой для лица именно. У них и тени неплохие, в принципе, но вот эти все хайлайтеры, больше всего, конечно, хайлайтеры у них популярны, хайлайтеры, румяна, бронзеры, это они, конечно, молодцы, они очень хороший продукт делают. Но хайлайтеры у них просто закачайтесь. Так что вот, на самом деле здесь, по-моему, была указана цена именно на этот продукт. Офра где-то я видела.
Офра, где ты видела? Сейчас, секунду. 42 американских доллара. Потрясающе совершенно Ипси в этот раз. Я очень довольна. Всеми продуктами с удовольствием буду пользоваться. Шикарные бренды. Ни одного нет какого-то непонятного, неизвестного мне, опять же, бренда. Вот. Это не может не радовать. Потому что иногда хорошо получать как бы какие-то там новенькие, да, например, и новых игроков, про которых я никогда не слышала. Но в основном, конечно, интереснее получать бренды, которые известные, которые, опять же, на Sephora мы видим постоянно, которые мы знаем, стоят действительно дорого. Это всегда приятно. Вот. Так что, такие пироги, пишите, что пришло в Ipsy-Boxy Charm вам. Ipsy Charm я стала называть уже это все дело. И довольны ли вы? Довольны ли вы? Вот. Дайте знать. И оставайтесь в нашей замечательной компании. Подписывайтесь непременно, чтобы не пропускать мои инновационные видео, потрясающие. И вообще, я лучше всех. Короче, все, будем прощаться. Всего хорошего. Пока-пока.